Всем привет, друзья. Это Brain First, это субботний стрим Vampire The Masquerade Bloodline. Да, мы играем каждую субботу вот в эту интересную игру, очень забавную, очень классную. Так, пробежимся по квестам, что у нас там. Да, всем привет еще раз. На чем мы остановились? Так. Так. Это не то. Голливуд. Так. Один из слабокровных, ошивающихся на пляж Санта-Моники. Сейчас нам надо в Санта-Монику. Где-то, да, 40 секунд задержка в чате, но я надеюсь, что это пройдет, как только люди перестанут обновлять постоянно страничку с инфогейма и уже смогут зайти. И я думаю, все будет хорошо. Так, мы пока отправляемся в Санта-Монику. Санта-Монику. Вот она вот здесь вот. Прям в углу карты находится Санта-Моника. Самый первый город, с которого мы начинали, я уже по нему соскучился. Правда, я был, по-моему, в прошлом стриме. Я как раз начинал оттуда. Восьмой стрим и заканчивал седьмой. Так что я не скажу, что мы уже давным-давно там не были. На самом деле, постоянно нас туда возвращают. Вот этот замечательный город. Не очень красивый, но, в принципе, ладно. Ладно, тем более у нас тут появилась самая наша первая квартира. Немножко бомжатская, конечно, вид. Но все-таки квартира, хоть что-то. Так, сначала мы забежим к одному нашему старому знакомому. Мне сказали, если с ним поговорить, то он потом неплохих нам пушек может подкинуть. Давайте с ним переговорим тогда. Где-то он тут живет. О, ты так и не убрался, вижу, с того раза. Да, давай. Хорошие. Так, и немножко патронов у него купим. Так вот. Так, а можно ли ему товар двинуть? Мне кажется, можно. Давайте ему кольцо тогда. Так, тут что? Че ты кряхтишь? Держи. И что еще можно ему двинуть? Ага, противозачаточные держи. Часы. Это что за книжка? Сценарий. Наверное, нужно оставить. Обучение не меньше 9 нужно. В принципе, неплохо. Так, посмотрим, что за оружие он нам продал. Так, у нас уже куча всяких пушек. А, доставать оружие запрещено. Вообще не. Нужно выйти из здания. Окей, вышли. Хорошо, что он нам подогнал спас 12. Или спас 15. Ой, как жарко на улице, ребят. Вы вот так и знали. Так, надеюсь, нас никто тут не запалит. Я на всякий случай сохранюсь, чтобы у меня не было никаких проблем с этим делом. И посмотрим, что за спасик такой. Довольно неплохо. 12-15, возможно, 20 дэмэджа дает. Даже 36 вблизи может это нормально. Хорошая вещь. Хорошая. Так. Пригодится потом против вампиров, тем более. Они уж очень любят дробовики. Просто превращаются в пепел при виде дробовика, я бы так даже это сказал. Ну а теперь идем на пляж в Санта-Монике. Посмотрим, что там новенькое. Новенького. Почему у меня крови нету? Я ж вроде... Я никуда не тратил. Привет всем, ребят. Подходите. Будем играть вместе, обсуждать, общаться. Весело же. Весело. Правда, за окном сейчас светло и тепло, поэтому не знаю, кто даже сидит в это время у компьютера. Все, наверное, на улице. Так. What?
please. I didn't mean to understand what I am. I didn't know. I'm sorry. Please, I'll never do it again. No, God. Please, find your heart. You could let me go. I promise I would leave Los Angeles. I swear. Где суицид? Вот. Конец-то. А ура! Он рассыпался. И минус человечность, пожалуйста, мне. Пожалуйста, минус человечность. О! Не дали минус человечность. Замечательно. Так. Значит, с этим мы расправились. Теперь нужно рассказать об этом Виви. Вы убили Джулиус, автора Дэвида Хаттера. Теперь надо рассказать об этом Виви. Виви — это та барышня, да, которую... Угу. Что там, ключка? Это интернет-кафе. Хорошо. Я, блин, вообще не помню, что происходило на прошлом стриме, ребят. Я вообще не помню, что с квестами делать. Что за ключ от интернет-кафе мы нашли? Виви, я понял, кто это такая. Это замечательная девушка, которая нам дала квест. Сейчас мы его пойдем сдавать. Но вот что за ключ от интернет-кафе? Вот, просто убейте, не помню. Странно это все. А человечество мне снизили? Нет, не снизили. Так. Where to? Но она не шалава была, она нормальная, порядочная стриптизерша. Так, куда нам Холливуд? Очень даже милая, очень хорошо к нам относилась. Дала очень много экспы и прочего добра, так что как бы нельзя ее, нельзя. Говорить про нее плохо. Привет, привет, ребят. Привет всем, привет, Like a Boss. Еще раз. Да, сегодня начали необычно ровно в 9. Такое бывает редко в последнее время со всеми этими проблемами, но слава богу, что так. По-моему, она тут тусуется. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Так. Нет, я не бухал на прошлом стриме, просто я правда не помню. Что это ключи? Ну, возможно, в описании в ключах я найду ответ. От чего же они? Мисс Валур. Окей. Так, насчет Хаттера. Фига, у нее сиськи дрыгаются. Хорошо. Вот сценарий.
Would you? They aren't up for me. Thanks. Are they? I mean, did you? It must have been difficult. But take some comfort in knowing if you hadn't, someone else would have had to. I do appreciate your help. A lot. Восстановление маскарада, хорошо. Yeah, it's not a lot. But it should be enough to buy yourself something a bit more appropriate to a personal acquaintance of Velvet Velour. 400 долларов. Хорошо. Хорошо, и квест, я так понимаю, сделан. Хорошо. Хорошо, с квестом закончили. Теперь посмотрим на очки опыта у меня. 16. 16 у меня есть. 20 до массового суицида. Наверное, лучше... Ты должен в интернет-кафе зайти внутрь. Угу. Я вот не помню, что за ключи такие. Ключ от подсовки, ключ мафии, апартаменты и ключ от интернет-кафе. Хорошо, попробуем зайти. Пробуем зайти. Надеюсь, в этом городе всего одно интернет-кафе. Я иду в правильном направлении. Я, скорее всего, следующим скиллом прокачаю массовый суицид, потому что это реально крутая штука. Просто буду косить людей. Ну или вампиров, там кто попадется. Так. Так. Это должен был быть правильный вход. Надеюсь, что он правильный. Какая-то странная музыка прям заиграла, ребят. Что-то мне это не нравится. Так, вот он, ключ к интернет-кафе. Что за херня? Это что за... Это что за дерьмо? Что за говно? И оно еще не дохнет. Сдохни. Охренеть просто. Я обосрал свои штаны сейчас. Какого хрена-то не предупреждают, а ни хера в этих квестах. Так. Ага, наверное, именно тут снимали это. Этот фильм. Да, идите вы нахрен. Блин. Ну хватит перезаряжаться, ты же сейчас умрешь. Блин, у меня что? Патронов, что ли, не было в дробовике? Кошмар! Кошмар! Так, мне нужно оружие. Мне нужно нормальное оружие. Я не успел даже выбрать оружие, по сути. Вот сейчас мы поговорим, вонючие твари. А? Как тебе? А? А? Допрыгался? Кусок говна! Еще попробуй ко мне подойди. О, тут порнушку снимали. О, ты в порядке? Надеюсь, что да. Мне не нравятся эти камеры. Слишком дешевые. Мне кажется, разработчики переиграли в Doom.
Мне нужна сила крови. Еще раз. Еще провал! Сложность замка 10. А. А, вот он вам сам открыл дверь. Ах ты гад. А нет, он не открыл, он не открыл. Что там интересного внутри можно было бы пораздобыть, если бы у меня была... был узлом бы прокачан. Так, мне, кстати, на кровушке бы попить, на самом деле. Так, ну, наверное, там внутри ничего нету. Ничего нету. Что? Куда он делся? Мне патронов на самом деле не очень-то и много осталось. Тут уже какие-то фильмы ужасов снимались прям. Скорее всего, новая пила вышла. О, привет. А, черт! Он не сказал, где этот дом находится. Блин! Он не сказал, где находится этот дом. Из-за тебя кусок говна. Еще убьешь сейчас меня. Идите нахрен, ребят. Последний автосейв был в заднице. Был. А, не, погодите, он не был в заднице. Он был в Голливуде. Ну, ребят, задержка сообщения, ничего не смогу сделать. Ну, по сути, да, в заднице. То есть мы даже, наверное, еще не сдали квест тут. Жаль, очень жаль, забываю. Забываю про всякие вот такие вот вещи замечательные, что меня могут убить, что рандомно может у меня оружие смениться. Не переключиться на первый вид, почему у меня кнопка Z не работает? Говно. А вот, все, наконец-то. Так, ладно. Кошмар. Кошмар, придется переигрывать. Но на самом деле не так уж и страшно. Сейчас быстренько пробежим тогда до этого места. Надо было сделать сейв. Тем более я там накосячил, надо было бы спросить у него про дом в этот раз. Виви. Значит, сценарий. Бла-бла-бла-бла-бла. Конечно. Я не позаботился. Скорой встречи. Так, квест сдали. Значит, идем в интернет-кафе теперь. Очень жаль, что это мумия. Ну, на самом деле, я там накачаюсь с самого начала. Надо было узнать, где находится этот долбанный дом. То есть, в таком бы случае у меня было бы все нормально, по крайней мере. А так, все хорошо. Ну, ничего страшного. Сейчас мы пробежимся, сейчас мы все сделаем. Правильно. На этот раз.
Так, заходим сюда. Ребята, вы знаете, что у вас на втором этаже куча пацанов бегает? Так, ну все, в этот раз вы меня не проведете, упыри. Патроны. Так. Патроны. Опять не вовремя. Смотри, как прячется за препятствиями еще. Блин, я не могу попасть. Вау, попал. Чуть не угробил меня еще раз. Так, нужно сохраниться здесь. Обязательно. 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 Так. Иди сюда, вонючий монстр. Утырки. Нет, кстати, вот этот вот дробовик, он очень неплохой. Так, тут мы, наверное, можем пропустить. Опс, нет, не можем. Да и толку нет. Странные какие-то твари. Даже немножко страшные. Под лестницей, что ли, еще один? Блин, промазал выстрел. О, хорошо, хорошо. Сейчас было хорошо. Так. Сейчас мне нужно сохраниться, чтобы не было такого же дерьма, как раньше. И идти в бой. Идти в бой. В этот раз нужно спросить у него про дом. Бла-бла-бла. Так, где этот дом? А, он не рассказывает. Он его тут же убивает. Ха! Да, хорошая идея. Пошел вон. Что? О, кассета. Как раз вторая часть. Плюс 2 опыта. Замечательно. 16, 17, 18 у нас очков опыта, так получается. Если еще отсюда выйти, можно. Патроны кончились. У меня еще остался дробовик. Дробовик, кстати, тоже неплохо работает. В принципе. Только, блин, быстро разряжается. Слишком быстро. Так. И люди сразу исчезли, да? Как бы не при делах. Окей. Окей. Не, кровь из пакетов я пить пока не буду. Тем более, что нет в этом особой нужды. Оставлю на потом. Пока что мы вернемся к нашему другу.
Ложим ему Окосити. Окосити. Косета. Вторую часть. Заодно глянем, что там снимают. Там, наверное, прикольно. Там, наверное, очень прикольно. Ну, вторая часть, она вот поинтереснее, чем первая, наверняка. Потому что там сиквел, сами понимаете, ребят. Так, да, и эти твари на кассете настоящие. There might be something on it that will give us some insight into what its motives are. Hmm. Oh, нет. Oh, нет. Да, девочка, ты попалась. Да, мы помним этот прикол. Да, ничего интересного тут нет. The house in the tape. I know it. It's in the hills. King's Way, if I'm not mistaken. My guess is that the fiend that made this tape is using these creatures to hound the Nosferatu, which would explain their sudden absence. They're trapped. Well, it's unfortunate that the prince needs you to see the Nosferatu, because it looks like this fiend knows how to get at them, and I doubt he's going to draw a map for you. Looks like King's Way is your only way in, unfortunately. If I may give you one final word of warning, do not trust LaCroix. Do not play the damned politics of the Camarilla. This city hasn't needed them in a long time, and won't ever. Я не хочу ввязываться в эти дела с Лакруа и прочее. Ребята знают, что мне нужно. Мне не нужны деньги. Мне не нужны их какие-то перипетии между собой. Мне не нужна эта Санта-Барбара. Мне не нужны эти монстры. Мне не нужна эта кассета. Мне не нужен этот дом. Мне нужна только одна вещь. Экспа. А кто мне ее дает, мне вообще наплевать просто. Так, посмотрим, что там у нас по квестикам. Ребята, а есть ли какие-нибудь дополнительные квесты? О, тебя же в порнофильме там убили. Ты что, живая, что ли? Ребят, есть ли какие-нибудь квесты, мини-квесты, которые можно сейчас пополнять, в принципе, да? Так. Ну, пока никто не видит, я ее сожру. Если есть какие-нибудь мини-квесты, я бы с удовольствием их повыполнял. Ну, тогда скажите, где я пойду выполню. Потому что, я так понимаю, мне нужно будет отправиться в загородный дом и там разбираться со всеми делами. Пока посмотрим, что у меня там по XP. Ровно 20. Ровно 20. Можно попробовать что-нибудь прокачать. Либо докачать доминирование. Либо за двадцатку мы не можем неплохо прокачаться на самом деле здесь. Интеллект что качает? Обучение плюс запугивание?
Но все-таки массовый суицид — это круто. Можно попробовать прямо сейчас. Так. Ребят, скажите, где дополнительный квест? Мне нужно его сделать. Или я пойду в дом. Ну окей, окей, как хотите. Суицид. Попробуем. Так, это не то. Вот массовый суицид, блин. Вот же он был, массовый суицид. Вау, нифига у них расстояние. Чуваки стояли здесь, и вот тут вот дамка тоже, баба умерла. Да, очень жаль. Так, загрузить. Kingsway тебе надо сейчас лишь. Все хорошо. Хорошо, поехали в King's Wave. Where to? Поехали. Поехали, разберемся. Разберемся. Окей. Тут у нас, я чувствую, будут проблемы. Кошка какая-то мяукает. Так. Я там прокачал суицид. Да, есть, есть суицид. Так. Пока хоррором не пахнет. Я что-то тут нарезал круг. Неплохой такой. Единственный вход в дом, и он не работает. Хм. Кто-то там пошурудился. Пошурудился. Так, попробуем здесь пройти тогда. Тут я вижу лестницу. Как мне тут добраться? По плечу наверх? Ха! Ничего себе. Я бы тут еще долго очень бродил бы, мне кажется. Если бы мне не подсказали. Спасибо, ребят. Так. Что здесь? Здесь ничего нет. Чего? На втором этаже дома возьми мумифицированный фетиш. Так, это для квеста, да, ведь нужно? Из особняка Джованни. Это ведь особняк. Это ведь особняк Джованни, да? Я надеюсь. А! Дерьмо! Почему так пугают-то все время? Шел вон. Голова с руками. Сдохни, тварь. Почему так все время пугают? Мне надоело. Да ладно, на самом деле прикольно. Так. Почему все в крови? Тут книжку читал. А. Это не особняк Джованни, очень жаль. Особняк Джованни будет дальше. Так. А! Охренеть! Твари, а! О! Еще одну! Перезарядиться срочно надо. Так, у меня там был где-то... сосуд с кровью. На крови 10 использовать. Вот теперь классно. Кошмар какой-то. Был бы тут свет какой-нибудь, я хотя бы увидел что-нибудь.
Ну и дерьмище тут, я вам хочу сказать, ребят. Как так-то? Да я не могу ничего сделать. Боже мой. Ну сохраниться, сохраниться нужно. Кошмар. На улице Вязов просто. Ладно, идем дальше. Так, иди сюда. Большой минус в том, что они вот прыгают постоянно, и не могу попасть в них. Напомнило мне чем-то... Отвратительно. Фетиш не забудь, иногда вручал очень. А где он лежит-то? Он тут где-то, да? Может быть тут? А, ну-ка, вон там на столе что-то лежит. Так, это изящное кольцо, это не то. Где он там лежит? На столе, на втором этаже дома. На втором этаже дома. Мумифицированный фетиш. О, боже. Так, где второй этаж? Тут так много этажей, что я не знаю, где второй. По-моему, это второй или это третий. Так. Ты его пропустил. Хорошо. Сейчас найдем. О, тут кровь была. Причем очень много. Так. Ты первый. Ага, то есть надо подняться выше. Вот он, да? Восстановление здоровья 80%. Замечательно. То есть мы теперь будем регенерировать быстрее. Очень хорошо. Блин, ну и отвратительное же это место! Боже! Кошмар. Блин, опять ты! Да, прыгай прямо на дробовик. Хорошая идея. В принципе. Hello, young K-mite. I see your face is not so lifeless. Your nerves not so deadened that you cannot express shock. Tell me, child. Is my appearance that frightening? Or is it my knowledge of you that is so unnerving? Oh, child of Cain, the sights in this haven pale in comparison to my ancestral estate. Comfort is a custom, and all of this artifice brings me closer to my home. Do not fear for my furniture, young one. Ну, спасибо, спасибо, но я еле-еле нашел этот айтем. Так что... Но все равно спасибо, спасибо. Поможет мне, если честно, 80% регена, это очень-очень круто. Certainly not intended to fall into mortal hands. Fortunately, we are in the capital of mortal trickery and illusion.
So did the tape drive you to find me? From whence flows your longing, child? To gouge out the eyes of the Kamaila. The sewers are clogged with my creations. I will kill or drive the Nosferatu from their pestilent nests. Without the sewer rats to guide them, the Kamaila will be blind to the Sabah's designs. Now, Kamaila worm, let me see you fight your nature in the face of those who have embraced their beast. Deny yourself King's gifts, and be torn asunder by my minions. Так, я сделаю быстрый сейв, так называемый quick save, и мы попробуем его убить. Куда он делся? Дерись как мужчина! Дерись как мужчина, я тебе сказал. Пошел вон. Вот он, костовщик. Блин, мне нужно что-то типа пистолета. Массовый суицид вам, дети мои. Колдаун долгий у массового суицида. Так, нужно хп поднять. Так, пакет крови. Использовать. Тут у меня накопилось что-нибудь, да, тоже использовать. КД очень большой суицид на самом деле. Блин, убьют же меня сейчас. Черт. Еще пару пакетов придется использовать. Блин, патроны не вовремя закончились. Нужно смотреть, где он резится. Вот он. Сейчас он появится, и на него сразу массовый суицид там. Куда он уходит? Почему дэмэдж 0? Я его почти убил, и дэмэдж 0 почему-то вдруг стал. Подохни. Все, он убежал. Опыт 6. Опыт сраный 6. Я так много еще не получал никогда. Вау, это что такое? Задание выполнено. Так, использовать. Хорошо. Так, теперь нужно отсюда сваливать. Что там по квесту? О, квесты закончились, лол. Че, просто задание выполнено, что ли, все? А, наверное, продолжение идет какое-то. Возможно, еще по возвращении дадут какую-то экспу. Если это будет вообще возвращение. Что я сомневаюсь, что это... О боже, я слышу их. Я слышу их. Что это? Блокнот. Welcome to the jungle. Ту-ту-ту-ту-ту. Такая песенка была, когда
раньше. Так, канализация. Кстати, у меня плюс 6 к опыту, и я вот даже не знаю, что сейчас можно было бы неплохо вкачать, на самом деле. Может быть, стрелковку нужно прокачать? Ну-ка, внимательность, что еще качает обыск, да? Так, тут что? Что еще стрелковая качает? Стрелковая качает стрельбой, либо внимательностью, да? То есть, не то я прокачать пока не могу. Самое, конечно, хорошее прокачать внимательность, но тут нужно плюс 2. Упс, не туда. Не туда. Так. Welcome to the jungle. Ta-ta-ta-ran. Так. Непонятно, как он кровь копит, если честно. Возможно, и нужно идти по кровавому следу. Ха. О, привет, обезьянка. Ай, я не могу в тебя прострелить. Ну ничего, сейчас я до тебя доберусь. Надеюсь, что я иду в правильном направлении. Обезьянка. Иди сюда, у меня для тебя дробь есть. Хочешь дроби? Любишь дроби? Какой, как любит дробь-то, в упор особенно. Плюс 40 дэмджа. Скорее всего, мне вот сюда. Так, я, наверное, не смогу проплыть. Я не смогу проплыть, наверное, да? Я ведь не умею плавать. Блин, я стреляю под водой, что за бред? Ни одно оружие. Читай блокнот. Хорошо. Хорошая идея. Я, кстати, его подобрал, но я его не читал. Так, блокнот. Похоже на записи сотрудника департамента водоснабжения Лос-Анджелеса весна 2003 года. Понедельник 23-й. Сегодня начал проверять достоверность свидетельства о странных происшествиях в канализации. Начал с квартала 13. После полудня перейду в 14-15. В квадрате 13 все нормально. Вторник, 24-е. Квадрат 13 в порядке, но в развитии 14-15 слышны непонятные шумы. Связался с диспетчерской, чтобы узнать, не присутствуют ли в этом районе инспекторы. Подтвердили, что больше никого нет. Отметил координаты, завтра проверю. 16-й. Среда, 25-е. Странные шумы. Несомненно, животного происхождения. Снова слышны в квадрате 16. Я видел нечто похожее на животное в пересечении тоннелей 64А и 64Б, но дальнейшие поиски ничего не дали. Нашел странные отпечатки. В грязи, в углу тоннеля, похожие на отпечатки рук, но в темноте сложно было рассмотреть как следует. Четверг, 26-е. Найдены еще следы в тоннеле 73Г. Они вели проход, ведущий, похоже, в более старую часть канализации. Связался с диспетчерской, узнать, нет ли у них планов по старой части канализации. У них не было. Попросил совета, как действовать дальше. Велели завтра продолжать осмотр, приняв дополнительные меры предосторожности. 26-е, пятница, 8 утра. Начал осмотр старого района канализации этим утром. Снова видел то, что посчитал животным, хотя и не знаю, как точно его квалифицировать. Кожа гладкая, почти как у рептилии. Я слышу его постоянно, словно он следит за мной. Но эхо не позволяет точно оценить расстояние. Пятница, 26-е, 9:15. Не мог связаться с диспетчерской по радио, так что не могу проверить, чем
Чем дальше я углубляю старую канализацию, тем отчетливее становится запах. Наверняка недавним ливнем в канализации смыло останки какого-то животного. Продолжаю осмотр. 26.11.31. Нашел источник запаха. Похоже, это человеческие останки. Несомненно, попытался связаться с диспетчерской, но не смог к ним пробиться. Возможно, тело принесло воды, но раны огромные. Но раны, огромные рваные раны, указывают, что животное недавно питалось телом. Я отметил координаты тела и, несомненно, возвращаюсь доложить о найденном. Пятница, 26.13.22. Кажется, я заблудился в старых тоннелях. Многочисленные попытки вызвать диспетчерскую закончились безрезультатно. Животные шумы, которые я слышал раньше, снова стали приближаться. Я опасаюсь, что за мной следят. В качестве мер предосторожности я достал из кобуры оружие. 26.17.30. Определенно заблудился. Возможно, еще глубже забрел старую канализацию. Что-то следует за мной, я знаю. Не могу связаться с диспетчерской. Кончаются батарейки фонарика. Боже, помоги мне, видел тварь какое-то. Чудище, клыки, ни кровь, не могу выбраться. Кончился свет, не могу ни с кем связаться. Пожалуйста, боже, что это? Записи обрываются на чем-то похожим на кровь. Так, ну, в общем, я из этого понял ровным счетом ничего. И продолжаем двигаться дальше. Ну, я думаю, что иду в правильном направлении. Так. Готов. Ну, в принципе, многих сородичей можно попробовать из горка убивать. Черт. Ну, это довольно сложно. Лучше все-таки вернуться к дробовику. Блин, сколько же их тут? Нужно больше крови, что шутите? Назад иди, дверь сзади. Погоди. Надо сохраниться сначала. Так. Так, тут решеточка, да? Ладно. Папиха лакринка. О. Плюс 10 получил в табло, пацан. Блин, промахнулся. Нет патронов, черт. Черт, патроны. Не нужна кровь. Я сдохну просто. Ты уверен? Ну там вот я вижу решетки, то есть мне туда не пройти. Я попробую пройти через другой вход. Жалко, что я всю кровь уже практически выпил. Что там сосуд немножко поднакопился, в принципе. Можно использовать. Все равно очень мало. Патронов
патроны для дробовика кончаются. Тоже новость не очень хорошая. Ха, метка. Но это Глок, это Глок. Нет, должен быть другой вход, потому что там решетки, и я не смогу там пройти. Так, может попробовать выцепить того пацана. Только через эти канализации выйдешь на другую сторону. Хорошо. Хорошо. Окей. Ну вот то, что я 6 опыта получил за прошлый квест, уже круто. Так, тут я смогу пройти, интересно. Опять же, сохраниться нужно. Что это за место? Это типа проход насквозь? Что она бегает? Что ты бегаешь? Можешь хоть секунду остановиться? Хорошо. Крысик-то тут сколько? О нет, нет, меня засасывает, меня засасывает. Меня засасывает, меня засосало куда-то. Ну, вампиры могут бесконечно, кстати, плавать под водой. Только я не могу понять, каким образом. А, все. Потому что они уже умерли, им, по сути, даже кислород-то не нужен. А! Вы только такие, ребят. Сдохни, тварь. Так. И еще одна. Вылезай, вылезай, вылезай. О, черт. Черт, нет, 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 нет. Только не сзади, только не сзади. Один выстрел тебе остался. Так, хорошо. Нужен сейф. Нужен сейф. Нужен сейф. Так. Я надеюсь, что я иду туда, куда надо. Нет, явно не сюда. И не сюда тоже. Значит, мне нужно перепрыгнуть. Давай. О, хорошо. Сейчас-то куда? Странный какой-то уровень. Над водяным колесом. То есть мне в эту дырку нужно как-то попасть. Или даже не надо. Тут есть такая дырка, и тут есть.
Если я туда пойду, меня размолотит сразу же. Так, тут тупик. Бочку кидай. Ага. Так, и что дальше? Может, еще одну бочку кинуть? Теперь уже в другое колесо? А, она тупо сломалась. Так. Тут есть бочки? Тут бочек нету. Так. Эта бочка сломалась. И у меня осталась одна, я не могу вот так рисковать. Так, сохранимся тогда. Дробовичок. А, опять вы! Что вы мне надоели? Ни хрена во сколько! Ни хрена! Вау! Массовый суицид! Да, он работает. Он работает. Какое мясо, да? Я завалил только что. Так, сохранимся. С такого экшена нужно сохраниться. А, так. Чем больше я в нее играю, тем больше она мне напоминает Half-Life. Я не знаю почему. О! Отвали. Нет, он меня сейчас убьет, он меня сейчас убьет. Надо выпить что-нибудь быстренько. Вряд ли этого хватит. Но я не хочу переигрывать, поэтому я эликсир древних возьму. Да ё-моё! Боже! Блин, почему у него так много хп? И куда он делся? Вот черт, я побрал. Сдохни уже. Блин, почему ты такой толстый? Так. Так, тут темнота. Так. Возможно, мне сюда. Так, нужно сохраниться. Так, где я теперь? Почему каждый эпизод мы карабкаемся в каком-то говне? Так. Отлично, теперь электричество и вода. Классика Half-Life. О, нет! Мы упали. Что-то тут происходит. Я не знаю, у меня немножко подлагивает игра. Хрен знает, что тут происходит-то, блин. Так, на лестницу мне не забраться, да? Сейчас сохранимся. Да-да-да, тут очень-очень больно бьет током. Мне нужно как-то отключить этот самый ток. Блин, больно.
Follow access. Что-то поплавать нужно. Мало, нужно перезагрузиться. Да тут это даже не загадка, это легкий проход. Вот смотрите, сейчас я возьму и пройду. В чем тут загадка? Я не понял. Ну, быстро. То есть, как бы, загадки-то нет на самом деле. Какой? Так, что дальше? Офигеть, какой долгий квест. Резерватор, хрен знает что, два. Ладно, окей. Сейф комп, в какой комп? Так, отсюда мы приплыли. Так, попробуем сюда. Какой комп? Тут нету компа под водой, о боже. Возможно, я где-то его пропустил. Такое тоже может быть. Я включил какую-то фигню. Так, я включил вентилятор. Посмотрим, может быть, что-нибудь изменилось. Сначала сохранимся. Я вряд ли.
Вряд ли что-то изменилось. О, а, я сюда не могу про это проплыть, потому что вентилятор включился, все понятно. Так. Это фигня с бочкой. То есть надо выключить и быстро включить. Блин, я снова не могу включить. Черт. Да, я, кажется, доплыл. О, и тут вода, понятно. Надеюсь, что плыву в верном направлении. О, мы куда-то попали. Бум! Блин, всю куртку себе изгадил. О, это что за жердей? Так, секунду, мне нужно переключить мою одежду. Так. О, да он еще что-то кастует, смотри. Нужна промывка, промывка быстро. Почему у него... Блин, почему у него нет... не пишет ХП? Промывка, промывка. Оу. Ау! Что нахуй? Я думал, это босс. Кусок говна какой-то. Не помню, как этот спал называется. Промывка или что? Присутствие. Да, это присутствие. Зачем я на него промывку кастовал, непонятно. Стойкость и присутствие мне нужны. Все. Держимость. Присутствие. Вот. Патронов уже, блин, нет практически. На осенний босс, блин. Чуть не угробил меня там. Ох. Типа тролль, настоящий тролль. Вот они как выглядят на самом деле. Сидел, сел за компьютером. Ну, теперь я все понимаю. Теперь я все понимаю. Так, попробуем сюда сходить. Блин, да почему я не попадаю? О, попал. О, еще один. Кастует еще что-то. Блин, это было больно. Сдохни, тварь. Я ведь присутствую, правильно кастую? Так.
снижает боевые навыки, а стойкость наоборот увеличивает твою силу. Хорошо, хорошо, хорошо. Хадукен! О! Да что это? Фига они как выпрыгивают, блин! Чё за источники у тебя, Шарк? Почему так поздно? Она выйдет уже в конце... Ну, в конце апреля. То есть ты перепутал. Блин, да что такое-то? Не, она выйдет в конце апреля. То есть это я вам точно говорю, она будет free to play. О, нет, это тупик. Я так и знал, что здесь, блин, засада. Сколько же он их нарожал-то, этих... головоногих... Я не знаю уже, как их назвать. Да пошел ты! Блин, я думал, ты сдох. Еще что ли? О, со спины уже, да? Ну, за спиной это прям классика какая-то. Еще один, что ли, со спины? Я ж тебя стреляю. Так. Так, у меня что там с этим? Уже 4. Нужно использовать. Похоже нам сюда. Сохраняемся. Что это такое? Вау. Вау, это что за дерьмо? Привет, красавица. Ау! Не бей меня, красавица моя. Мне же больно. Лучше по кошке свинца. Блин, она больно так-то бьет, тварь. Ну я сижу за хп, так что все нормально. Все. Оттрахалась. Сколько она уже тут людей-то перебила? Так. Сохраняемся.
Самое, что обидное, мне за нее не дали ни грамма экспы. То есть я зря ее убивал, по сути. Почему там подсвечена эта фигня? Мне что, туда прыгать надо, что ли? Давайте попробуем. По краю светящуюся решетку. По краю. Светящую решеточку нам нужно будет сейчас. Куда нас сейчас эта труба понесет? О боже. Канализация — это жуткая вещь, я вам хочу сказать. Ни в одной из игр не любил канализацию, потому что там всегда страшно, жутко, куча монстров. И никто тебя не защитит. Никто ничем тебе не поможет. Так. Ну вот тут явно попахивает уже Half-Life. Да, напомнило, кстати, мне предыдущий монстр, бабу, ну точнее тоже босса из Silent Hill Homecoming. Там такая же была. Или асфиксия, или финальный босс. По-моему, асфиксия как раз на нее похожа была. Ой, я живой. Нет. О, все нормально. Относительно, конечно. Так, это, видимо, уже старая. Это уже старая канализация. Вау, мы проходим этот квест уже в районе часа. Началось все с особняка, и вот уже до куда шли. Замечательно. Сколько снимает вот этот револьвер? О, 42. Покруче даже будет. Им сложно попасть. Да ну тебя нахрен! Отвали от меня! Да вы что, издеваетесь? Да я сегодня спать не буду после такого дерьмового стрима. Да нахрен мне это надо вообще? Фу, блин. Дерьмо. Я же тебя только что завалил. Какого хрена ты прям за углом стояла, тварь? Блин. Что за говно? Ребят, так игры не делаются. Они слишком страшные становятся. Отвали. Надеюсь, никакой твари больше за углом нету. Так, ну что, пойдем пока налево. Ага, я уже вижу, что тут за углом. Тут за углом нечто прекрасное, нечто замечательное и то, что я бы хотел, скажем так, приобнять и немножко приласкать, но если вы понимаете, о чем я, это вот это вот страшное. Дьяволица, блин, уйди от меня! Куда ты побежала, дура? Ты тут. Потерялась, что ли? Мариза это. Валера решает вопросы просто. Просто решает вопросы. Так, у меня там накопилось ушко. Немножко, правда. Но все равно неплохо. Хоть что-то.
Так, ага, еще одна. Блин, я уже вытратил 3 патрона и не попал ни одним. Довольно быстро умерла. Вот он говна напускал в этот, в эту канализацию. И угадайте, кто за углом? Нет, вот за этим, наверное, да, она. По идее, она должна. За что? Что за говно? Еще обниматься лезет. Да подохни ты. Ненавижу, ненавижу. Ненавижу разработчиков этой игры. За что? Еще одна, наверное, да, тут бродит. Тварь. Блин, я уже даже вентилятора испугался. Так, похоже. Ага, вот тут еще одна тварь ходит. Куда она делась? Садил ей пулю в спину, а потом она убежала. А, вот ты где. Идем дальше. Вау, мы куда-то пришли. Что у нас здесь? Хм. Там, наверное, какой-то компьютер или что-то вроде. Но я не могу сюда зайти. Хм. Мне нужен ключ карты или что-то в этом вроде. Нужен ключ карты, который открывает. Видимо, мне придется найти ключ карту. А, ну-ка. Понятно, мне нужно Носферату сначала. Но если эти здоровенные твари с распоротым животом не респаунятся. Заново. Я уже все патроны потратил, которые у меня были. После этой миссии нужно будет серьезно закупиться. О! Это кто был? Блин, да там два этих жердяя. Да вы шутите, наверное. Вы реально издеваетесь. Так, массовый суицид не нужен. Где он? Вот он. Так, все хорошо. Да, кастуй дальше свою фигню. Или патроны кончились не вовремя. Я готов.
патроны. Фу. Двигаемся дальше. О, что это? Его убили. Но я зато нашел магнитный ключ. Больше нет. Да Dead Island, это просто сказка для детей по сравнению с этим дерьмом, в которое я играю. Vampire the Masquerade. Полные штаны говна, я не знаю. Ну, в общем, чувак откинулся. Я не смог ему помочь. Ну, на самом деле, я не очень-то и пытался. Ну, куда-то уж он очень быстро свинтил и не дал мне ему помочь. Ну, как обычно, ребят, стрим идет 2 часа. Стандарт. То есть, у нас осталось еще примерно 25 минут. Я думаю, мы закончим этот квест сегодня хотя бы. Да вы-то откуда взялись? А, еще один там раскастовщик, блин. Я уже, блин, потерялся в этих катакомбах, если честно, немножко. Дальше. Я потерялся здесь. Сейчас, секунду. О, нет, только не ты. Последние 3 патрона. Отлично. Теперь у меня закончились патроны к автомату. Остался только пистолет. Так, ладно. Но у меня еще есть автоматический. Полуавтоматический пистолет. Автомат-пистолет. Не знаю, как его назвать. Я, по-моему, иду не туда. Вот что-то мне это подсказывает. Похоже, что здесь тупик. О, ну и кошмарное же это место. Вот что значит долго не убираться. Куда же я там шел-то? А, отсюда я появился, так. Потом я шел сюда-сюда. Здесь была эта тварь. Потом я решил идти не туда, я решил пойти сюда. И, по-моему, еще раз налево. Если я не ошибся. По-моему, сюда. Тут какая-то фигня. Блин, тут грёбаный лабиринт. Ага, вот я точно помню, что здесь был вентилятор. Никогда по одному не ходит. Вау, двое. Еще один, черт. Тут слишком много уже. 11 патронов осталось.
пистолет. Боже. Так, три патрона к пистолету. Остался один к дробовику еще. Так, закончились. Закончился пистолет. Откуда там столько монстров? Или я не туда пошел, что ли? Черт, я уже запутался. Или они респаунились после того, как я карточку забрал. Карточка-то при мне хотя бы. Вот она. Какого хрена я выстрелил? Почему я выстреливаю? Чё за бред? Я выстреливаю, когда убираю инвентарь. Ладно, пофиг. Так, ну да, заюзаю ножик, когда нужно будет. Деться мне, видимо, если там будет еще в конце босс. Мне придется, видимо, с ним в рукопашку драться. Ну, там посмотрим. Так. Вот отсюда я пришел, да? Сюда идем. Да. Идем сюда, сюда. Так. Так, вот тут куча монстров, я помню, что сохранится. Которые просто из ниоткуда респаунятся. Всему закончились. Так. Нормально крови так-то восстанавливают. Еще дробовик есть. Сохраните. Сколько вас тут? Патроны, блин. Патроны, черт. Дробовик остался. Промахнулся тут же. Окей. Ну что, мне придется перейти в ближний бой. Не закончились патроны. Там еще одна тварь. Так, нужно сохраниться.
Ну, ближний бой у меня тоже неплохо прокачан. Что они сейчас отгребут. Ну, я же сказал. Нет, я сейчас умру. Я умру же сейчас. Черт. Придется еще один эликсир древних. Не отгребешь просто за всю фигню. Фига они мне тут нареспаунили людей, да? Совсем охренели уже. А, так, что здесь есть? Ага, кнопочка. Что там у меня с сосудом? Сосудом все плохо. Так, ну и по сути, наверное, туда надо прыгнуть. Вау. Где я теперь? Офигеть, куда только нас этот квест не заводил. Очень долгий квест. О боже, где мы теперь? В пещере у самого Бен Ладена, что ли? Тёп патронов бы нам подкинули. Хотя откуда здесь патроны? Какой-то клуб VIP-рум. Клуб подземка, что ли? Какой-то мусор кругом просто. Сохранимся. Лаки. Лаки Стар. Ну, отвратительное же место, я вам хочу сказать, ребятки. Какие-то мосты кругом. То шепчет мне все время на ухо. Какие-то слова. Психодел. Так, мы куда-то вышли, да? Какая-то дверь. Но она не рабочая. Ну, привет, чувак. Nothing I can do for you.
Those old sewer systems are wired with punch cards and vacuum tubes, built back in the technological dark ages. Sorry, but I don't do analog, newbie. Комнату, где коробочки, ага. Go ahead. Yeah, he knows why you're here. LaCroix must be pissed. But I hope you're not here looking for some payback. LaCroix knows better than to mess with Gary, sheriff or no sheriff. There's a room just down the hall. You'll probably find him there. Так. Значит, мне нужно найти некого Гарри. Какое-то задание можно взять у него, ну-ка. Эй, нуби, what do you need? Go ahead. What, the warrens? Not much to tell. Just a bunch of us living down here, trying to stay off the radar. It ain't pretty, but it's home. Gary's the big man on campus. He's running the show. Go ahead. Me? Like I said, I'm the resident tech head. Keep this place wired to the outside world. Gary wants me to keep it close on the street. At the same time, I was supposed to be upgrading his network. Not nothing. Forget about it. Like I said, just some network stuff. I'm trying to add a few more network hubs in the city so we're covered in case of emergency. But Gary doesn't want anyone leaving until this whole thing with LaCroix blows over. Which basically leaves my freaking cheese hanging in the wind. Yeah, you do that. That would really help me out. I could hook you up along the way. You make it worth your while. I got access to all kinds of goodies. I need a little time to set things up. Technical details. I'll send an email to your Haven and tell you what needs to be done. Mm-hmm. That's all you need to know for now. Хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, значит, мне сейчас нужно поискать какую-нибудь комнатку. Комнатку. Сейчас. Так, тут ничего нет, тут что? Девочка какая-то. Bitch. Fat. Invite me into his freaky little family.
Nosferatu have a sixth sense of humor. Sometimes they feel that their victims, namely moi in this particular case, have an overabundance of vanity and need to be taught an important life lesson. Well, I just won Guy Magazine's The Most Ridiculously Hot Chick in the Known Universe Award. And when I came home after the ceremony, lo and behold, Gary was sitting there on my couch with a martini in his hand. Yeah, the lesson is, life is a cold-hearted bitch, so now I get to be one, too. Get that? You need to write it down? Sure, whatever. His room is just down the hall. You might be able to find him in there. Окей. Это красивая, наверное, была. Какой-то гладжум поднял. Посмотрим, что это. Ношение этого необработанного куска яндере дает вам чувство покоя и даже смутную надежду на спасение. Пока галджум у вас, продолжительность всех пассивных дисциплин возрастает на 25%. Вау, классно. Классно. Зеркало какое-то. Попробуем у нее взять задание тогда. Потому что какая-то страшная. Sure, whatever. Because she's a bitch with zero talent, who the world seems to think has taken my place as the hottest supermodel of all time? Could I be any more clear? Хорошо. Так, еще один дополнительный квест. У нас уже два, которые мы как раз начнем делать в следующем стриме. Но сейчас я хочу все-таки закончить с этим Гэри или Гарри, или хрен знает, как его зовут. Так, скорее всего, его жилище. Скорее всего. Нет, это не оно.
А, вот он. Или что это здесь? By the clack smack cracking of my thumbs, something wicked this way comes. I don't remember seeing you on the guest list for the dinner party. We're having a rap party for the misfits about 40 years late. Cast and crew only, boss. Maybe I'm in your head. Uh-oh, you might have picked up one of those psychoses so common to new kindred. We are talking, but you aren't listening, boss. Maybe I'm a ghost. Oh, come on, don't tell me you stumbled down here. What I need to know is why you're here. Да, у них тут точно своя атмосфера. I'm over here, boss. Wait, maybe I'm over here. Or maybe I'm behind you with a hatchet in my hand. Or did you ever stop to think that your fear, if given a voice, would sound like... I want to stick your lovely face in a piranha tank. I want to apply an acid glaze to your sculptured body. I want to throw your pocket mirror under a thresher and watch you fetch it. But I'm no butcher, boss. Are you? You don't say. Wake up, boss. Who do you think you're dealing with? Why else would LaCroix send you on this snipe hunt? Oh, that's right. I know you work for the... You should have got here sooner. That lot's been sold. I like to discuss business face to face. Are you sure, boss? You don't want my image in your subconscious. It's the stuff nightmares are made of. Careful what you with behind you, boss. Boom! Да, ты страшный. What? You don't recognize me from the pictures? Gorgeous Gary Golden. Don't tell me you missed Pirate Town or Tap Hotel. But before your time, eh, boss? Well, those days are long past. Nowadays it's just Gary. Where did it go? That thing seems to get around more than Mae West. Why, might I ask, should I give you that information? Oh, my hero. Had it not been for that damn Shemisi, you'd still be searching under rocks for us. It was hardly a favor, but... I know where your prince's prize is. There's very little that doesn't leak down into this place. Tell me, boss, you ever gone up against a Quai Jin? The Quai Jin are vampires, but not like kindred. Sometimes known as the vampires of the East. But they ain't kin, boss. They're just someone else that, if you ain't being careful, might give you the final death. Even for old Gary, there ain't much more to tell. You see, I sent an agent, Barabbas, to snoop around Chinatown, do a little hacking, make a few contacts. But he hasn't been calling lately, and it's breaking my heart. You up for a little trip to Chinatown? You're in no danger there. Me. Best you don't mention my name there, boss. That's the going rate for my info right now. You get our chum back from Chinatown, I'll give you what you need. The Golden Temple in Chinatown.
It's a piss-poor copy of a real place. Looks like it'd be more at home in a theme park. That eyesore is where you'll find the leader of the L.A. Quajin. They call her Ning Zhao. Sounds dangerous. No, this isn't a suicide mission, boss. You'll be more of a curiosity than a threat. Talk to Zhao. Ask her where my boy is and get him back. Once he's safe, I'll tell you everything you need to know about the sarcophagus. Of course. What kind of a monster do you take me for? There is a method to my madness, boss. There's a payphone in Chinatown. I'll call you with the info once Barabbas is safe. Until then, you'll never know where I am. Так, ну что, мы с ним поговорили. И я так понимаю, нам нужно будет отправиться уже совсем скоро в Чайнатаун, но сначала нужно доделать эти вот дополнительные квесты. Ну, продолжим в следующий раз. Сначала я хочу посмотреть, как мне нужно, как мне выбраться из... Погодите-ка, у него там был, по-моему, проход. Да, у них тут правда своя атмосфера, как мило. Крысочки всякие. Так, возможно, здесь выход. Чик-чик-чик-чик-чик. А, черт, вы, наверное, разыгрываете меня. Ну, зато теперь все встает на свои места. Теперь все встает на свои места. Кошмар, да. Это же тот самый храм, куда нас послали за первой кассетой в прошлом стриме. Ладно, ладно, молодцы, молодцы. Да, ну, канализацию больше не нагой, ребят, хватит. С меня хватит просто. Я не могу найти выход, о боже. Так. Так, по-моему, здесь вот так вот. На долбанном кладбище. Просто невероятная жесть. Ну вот, уже выполняли квесты, так что нам не очень страшно. Кстати, кровь еще осталась с прошлого раза. У него ничего нет по-прежнему. Жаль. Ну что, что у нас есть на... следующий стрим. Давайте-ка подумаем. Но сначала я выберусь из этого кладбища, потому что не хочу сейчас сохраняться внутри него. Сначала мы его покинем. И потом уже строим планы на следующий квест. На следующий стрим. Ну и заодно, возможно, сейчас покидаем очки опыта. У нас их 8. В принципе, можно прокачать незаметность, потому что она нужна очень будет, очень скоро, да? Так. Как вы думаете, для... Так, во-первых, какие у нас квесты, да? Даунтаун тут мы не смотрим, значит, это тоже не смотрим, по сути, два квеста. Первое это в квартире в Голливуде, да, установить камеры в гостиной. И второе это нужно, в принципе, добраться. Я еще не знаю, что это за квест такой. Нужно добраться до дома нашего и чекнуть электронную почту. Это будет в следующий раз. Вот. А нужно ли качать незаметность для квеста в Голливуде, где нужно раскидать камеры?
Просто у меня есть сейчас вариант прокачать незаметность. Почему не смогу-то? Почему я не смогу выполнить квест про незаметность? Почему ты так решил, что там нужен инвизор? Мне кажется, там можно обойтись стандартными методами. А, так можно ведь охранника кинуть в этот, в транс, и он уснет, и все. Ладно, ладно. Тогда я оставлю эти очки и не буду себя мучить сейчас. Я почитаю в интернете побольше про этот квест, пока мы сохранимся. Стрим номер 9. Почитаю про этот квест побольше, можно ли его сделать без инвиза. И вообще, сможем ли мы разобраться, но это уже будет, ребят, на следующей неделе, на 10-м юбилейном стриме Vampire The Masquerade. Спасибо всем, кто сегодня был со мной, кто помог мне пройти квесты. Ну, по сути, это был один большой квест про канализацию, мы его осилили за один раз, прошли, и довольно неплохо, я считаю. Еще раз всем спасибо за внимание, с вами был Brain First, до следующей недели, как обычно встречаемся каждую субботу 19:00 и проходим эту замечательную игру Vampire The Masquerade. До следующей недели, друзья.